Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как найти на своем смартфоне файлы, которые занимают больше всего места памяти. Таким образом, ты сможешь, найдя эти файлы, ты сможешь их удалить, либо переместить на флешку, либо на компьютер, тем самым освободив память на своем смартфоне, либо на флешке своего смартфона. И для того, чтобы это сделать, нам нужно скачать приложение. Для этого зайдем в Google Play Market и в поиске английскими символами введем Big File Locator. Вот так выглядит это приложение. Нам нужно его скачать, открыть и запустить. У приложения довольно хорошие отзывы. 4.2 оценка, 436 отзывов. И скачав его, давай найдем его, вот так выглядит иконка, скачиваем, устанавливаем, открываем. Здесь выбираем количество результатов на страницу и нажимаем старт. Произошел поиск всех файлов и, как видишь, у меня на телефоне самый большой файл весит 335 мегабайт. Я знаю, что это за файлы, они мне сейчас нужны, но если, к примеру, они бы мне были не нужны, можно нажать сюда и, нажав Delete справа, можно сразу отсюда удалить этот файл. Либо теперь, когда ты знаешь, какие файлы больше всего занимают, ты можешь их найти в телефоне и переместить их куда-нибудь на другое место. По названию можешь уже найти. А также внизу здесь указано место сохранения: Storage, Emulated, 11, Movies, Screen Recorder. Это конкретно путь файла, этого файла. Ты сможешь там его найти, и если тебе жалко его удалить, то по крайней мере переместить на какой-нибудь другой носитель и тем самым освободив место на своем смартфоне. То есть, как видишь, за раз ты можешь, удалив или переместив несколько самых больших файлов, ты сможешь за раз освободить много места на своем смартфоне. Возможно, он найдет даже те файлы, которых ты и не знал, что они есть, либо просто забыл большие файлы. И вот так можешь просмотреть все файлы. Мы выставили здесь результат в 20, можно выставить и больше, это количество файлов, которые покажет. Выставляешь и делаешь поиск. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно поставь лайк этому видео. Подпишись на канал, оставь любой комментарий под этим видео. На этом все. Всем пока.